Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Сегодня у нас четверг, 12 декабря, и мы продолжаем играть в игру Call of Juarez Gunslinger. Сегодняшняя серия будет по последней, то есть финальной. Потому что осталось всего две миссии, это видно по воспоминаниям закрытым. Как вы помните, в предыдущей серии мы победили самого Джесси Джеймса. Мы его не убили, но мы его сильно подранили. Вот, и он уже, конечно, свой настрой сильно потерял. Совершать плохие дела. Так. Без пощады. В понедельник я хочу начать проходить вторую часть. После второй хочу проходить первую начать. Объясню почему. События первой части продолжают события второй части. И было бы разумно проходить в хронологическом порядке. В этой игре, кстати, тоже есть упоминание об одном из главных героев первых двух частей, но я в конце вам покажу записи серии. Вот. Давайте начнем. Запись опять слетела, предыдущая, и мы начали здесь неподалеку, пришли, и там на нас напали индейцы, в общем. Поэтому я не стал начинать через воспоминания. Вот, пришли мы оттуда. Так, чё... Это не похоже на индейца совсем. Чекпоинт. Готовчик. То есть чё? Хочет получить. Так, ну тут какой-то лагерек. По виду заброшенный, но я думаю, это обманчивый вид. Гражданская война в Америке. Один из пяти, ничего себе тут. И их тоже тут нехило. Ах ты ж, блин. Вроде то, что был он индейц, да? Да, точно. Точняк, это то, что нам говорил этот серый волк, кажется, или как там. Неладное творится. Так, винтовочку давайте. Подсказка в гагзаспину не очень хочет, гренадер тоже не очень.
Так, а если револьвер, пополнение припасов, трофейного динамита, ну давайте, а ну-ка, а змея? Больше концентрации, давайте лучше змею, вот. Песенку поет, так. Давайте уже на обрезок. Обрез. Не обрезок, а обрез. Побегаем с обрезом. Ты красивый у нас Рудик. Так, не надо только вот тут это вот. Пожалуйста. Ну вообще, блин, сейчас. Хоть солнце затонет. Что там такое? Камешки полетели. Что нам с ними делать? Нет, быстрее, черт, почему ты не бегаешь? Черт, быстрее. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Так что это такое? Фрэнк Джеймс. Наша следующая жертва. Довели до вершины холма и выдают пуль снайпера. Вот ты ж гаденыш. А вот ты... Куда? Нифига себе, блин. Вот это номер. Будет нелегко. Так, ладно. Отсиживаемся. Держи, да, ответку себе. Не того подстрелил. А где он есть хоть? А вон он, смотрите-ка. Нет? Нет. Так, у нас был чекпоинт. Где этот уродец? Черт. Где он скрывается? Тут у нас прям такая дуэль на винтовку. Вот я опять не вовремя взял обрез, ну ладно. Мы же ведь справимся, правда? Ну стой, урод. I can't fault Frank for wanting his revenge. I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Graves is a worse murderer than Jim Reed. Да блин, цепанул меня прям в челюсть. Так, не спеши.
что он тут делает? Ты как? А вот что понял. Да что тебе? Все, прохода нет, да? Нет, есть. Так, игра, не надо вот это вот. Вот какой смысл, я не понимаю, делать чекпоинты, блин, каждые 5 минут. Еще один минус прибавился. Ты раздражаешь, капец, как эти постоянные чекпоинты, блин. Совсем современные игроделы считают геймеров какими-то, я не знаю, криворукими выхухолями. Чё, какую там остальные туры взялись? Всё? Goodbye. Счастливого, блин, прихода вам. Блин, где... А, не успел. Он не погиб? Вот тут... Ну, конечно. А ну, отстрели-ка ему, блин. Пальцы все. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. Ну-ка давай, я бы не стал отпускать. После того, что он сделал. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Вниз по склону, каким-то образом, вниз по склону отправился. Черт, а если я выстрелил, слушайте. Братья все-таки вот этой скотины явно не... Не, не факт. Не вариант, точнее. Где этот самородок вроде? Вот. Фрэнк Джеймс. Александр Франклин Джеймс. Что в истории прежде всего как старший брат Джесси Джеймса. Ах, вот оно что. Там же целые братья, блин, точняк. Вчера гуглил. Целая шайка, по-моему, три брата или даже больше. А сами они, кстати, были зажиточными первоначально. Ух ты, ух ты. Ничего себе они, блин, злые какие-то. Так, игра, не надо. Что-то в общем происходит. Да бля. Там обычной винтовки не было, блин. У меня обрубок начинает раздражать, ей-богу. Ну чё, блин. Ой, блин. Простите. Да, верхний тянут. Ну ладно.
вообще какой-то злой. Офигели, что так все. Что это такое? Нога в плече? Так, ну не надо, давай-ка это. Убить Джим Ри и его банду. Сейчас победим. Все, в молоко может, не стараться. Рядом совсем. Так, динамит у нас есть. Ну хотя бы одного или двух. Есть у него банда, блин. Готовчики. Да блин, сколько у вас там. Все? Наконец-то. Почему он такой толстый-то, блин? Тряпки бомжатской. Ну что, братка, уже убили твоего? Ты следующий, лысый. Знал, в первый раз не пройдешь. Ладно.
Блин. Чего он направил теперь налево? Черт. Сейчас должны его завалить. Скотина, с каждым проигрышем моя злость, блин, крепчает и увеличивается в геометрической прогрессии. Точно, он сделал с моим братьям что-то нехорошее. Он повесил их. Скотина лысая. Сейчас говно у меня жрать будешь, ясно тебе? Даже не успеваю тупо, блин, этот, а от пули вернуться, офигеть. У меня реальная скорость. Ты руку-то свою, блин, на месте держи. Все, сейчас опять мы просрем. Я больше чего уверен. Ровно плаву, направо клониться. На тебе, жирная уродская скотина, блин. Теперь будешь червей кормить. Уродец. Фух. Не все мы слитки нашли, блин. Ну ладно. Следующая миссия. Последняя миссия, уважаемые зрители и подписчики канала. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Мне кажется, Боб где-то здесь. It's a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So, you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Хороший, плохой, мертвый. Но это прям вообще чистый отсылка к хороший, плохой, злой. Советую всем поглядеть. Режиссер Серджио Леоне. В главных ролях Клинт Иствуд. Конец близок. Years
Бори Уинтривер, Вайоминг, 60-й, меньше 6 месяцев назад. Назад? А, видимо, от момента рассказа. Классный лесок. Вообще лес люблю. Тут он так сделан прикольно. Ой. Чего не дохнете-то, ё-моё. Ёперный театр. Так. Ты что это такое? Трупости, блин, дополнительный урон для комб, будьте еще более стрельны, трансуем свою убийственную ярость. Начинаем с небольшого уровня комбо, ваш пульт будет 100% урон. А винтовочки... Ты в подсказке, я враг за спиной. Давайте револьверчик. Вот так вот. By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Знаете, Бучи Кэссиди и Санденс Кида. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Заброшка какая-то не одна. Так, наверх у нас дают, да, или дают, дают. Тут ничего. Ой-ой-ой, ничего себе. Держи. Заслужил. Так, потом посмотрим. Через внутрь. Нет, через верх. Угу. Опять нет, что ли? Нет, правильно. По башке мне не дала. Без вариантов вообще, если зайдешь тут сюда, то тебя со всех сторон, блин, пошмаляют нехило. И ты ничего не заметишь. Даже не знаешь, как ты умер. Роско Боб Брайант. Так, а новый там какой-то у нас был.
Да? А вот он. Дуайт Эйзенхауэр. Резидент. Так, может, он была по... Нет, это повязка там была красная. Попутал. Часики, ничего себе. Ой, так, так. Отлично. Полетели. Как красиво. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Так, самородок. Наверху, я думаю. Да. Sundance Kid. Вот почему Кит-то, потому что лошадь своровал в 15 лет. Поэтому и Кит парень, ребенок. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, yep. The bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Доски разносят. Черт. Да твою. Отлично, двоих. Да... Офигеть, тут что творится. Да блин, хватит взрывать. Чего? Because when I woke up, а, меня глушанули. From the dead. There was silence all around me. Где все? Я думал, блин, что-то опять полетело. Billy, who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Где ты, Билли? Here, there, even over there. Что, эти духи, блин? So I am right, you are touched in the head. Mr. Graves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Lloyd Garrett. He came at me... Это все те, кого я завалил, ребята! Вот это что такое? Очуметь. Все мертвецы восстали из ада, чтобы поквитаться со мной. Пэт Гаррет, черт его дери. Где еще? Я не боюсь. Город призраков. Кто это? Билли Билли. Его. Опять били. Ах, прикольно сделали, блин, такой неожиданный поворот в конце. Я
Ты ж... Нечистая сила. Жирный с дробовиком. Шотган. Лежаточка. Так. Что это за черт? Патрончики, классно. Динамитик. О, господи. Так, игранина. Господи. Да что тебе? Какие нафиг стражи? Ничего себе, блин. Джордж Курри и Харви Логан. Да хватит. Ты, блин, черт. Дьявол тебя дери. Да стражи уже были, хватит. Так, сюда к нам подлежим. Да не отклоняйся, иди в трендер. Растаем. Джесси, Вудс, Джеймс и Джим Рид. Да вы офигели. Each one deader than the next. Где? I thought I would go crazy. Thought. Здорово. Сзади. Офигеть, тут что творится. Все, что ли? Да нифига подобного. Finally, I saw Harry Alonzo Longbow, the Sundance Kid. Где? Like a general leading his legion of the dead. He told us before you see him alive. He was alive. Так, гробушка. Да ты.
Отлично, хоть чекпоинт дали. Да ты офигел. Ну, в общем, зашвыривает динамитом, похоже. Быстрей, быстрей, перезаряжай. Да блин, офигеть. Я не отклоняюсь. Давай быстрее, да, заколодится, вот. Фу. Где он? Так, до сюда. О, динамит взял. Один хотя бы. Где? Так, игра, пожалуйста, не надо сейчас это делать.